Лиз, приветик. Ты, конечно, лукавишь, ты врешь. Вот. Но я тебе хочу сказать, а тебе здесь все хорошего, в принципе, мнения. И девчонки все высказываются. Ты неплохая девчонка. Я тебя хотел попросить, не превращайся в Ольгу Рапунцель. Вот эти твои движения, как ты думаешь, которые нужны на проекте, они ни до чего хорошего не доведут. Понимаешь, мне и Ольге хочется просверлить голову и ведро мозгов ей туда вылить нормально. А ее мозги выковырить и вы заткнись, все, хватит. Молчал я долго. А ее мозги прям в ведро набрать и выкинуть за ворота. Мне хотелось бы это сделать, но она этого не видит. Вот, Лиз, ты хорошая девчонка. И ты сейчас на данный момент лукавишь, понимаешь? Ты лукавишь, что ты любишь Барановского. И это все не так. Не любишь ты его, Лиза. И бежать надо, пока есть время. А здесь мы тебя ждем все. А я тебя вообще... Аллилуйя. Игорь. Лиза, это дом.